Всех я вас приветствую. С вами Ирина Маркелова-Агапова. И сегодня я вам расскажу о социальном проекте, который призван помочь людям в решении их финансовых проблем. Скажите мне, пожалуйста, сколько вы можете за месяц заработать на наемной работе? И вообще, сколько вы зарабатываете на наемной работе? Кто-то зарабатывает 15 тысяч рублей. У меня подруга зарабатывает учителем в школе, имея 25-летний стаж, 16 тысяч рублей. При этом еще пишет планы дома. Я работала педагогом, и я знаю, что это такое. Неблагодарная работа на кого-то. Вы скажете, можно заработать 40 тысяч рублей, 50. А вот в проекте Global Matrix можно зарабатывать в месяц 200 и 300 тысяч рублей и более. И у нас уже в проекте есть миллионеры, которые заработали по 1,5 миллиона рублей и больше. Я пришла в проект 3 недели назад и заработала уже 14 тысяч рублей. И это только начало. Я отлично знаю, что я заработаю здесь 500 000, миллион и даже больше, потому что я поставила цель, и у меня есть эта мечта. Я обязательно сделаю. Если я что-то планирую себе, я обязательно иду к этой цели, и у меня нет никаких препятствий. Люди регистрируются каждый день, и в моей команде на сегодняшний день за 3 недели зарегистрировано 123 человека. И 24 человека у меня лично приглашенных оплаченных рефералов. За 3 недели у меня в первой матрице насчитывается уже 158 мест. И каждый день этих мест все больше и больше, потому что у меня все заходят золотыми треугольниками. И теперь давайте внимательно рассмотрим маркетинг этого проекта Global Matrix. Как же это работает? Откуда могут взяться 200 и 300 тысяч рублей. Первая матрица. Вход составляет 600 рублей. 500 рублей стоит одно место в матрице. И 100 рублей единоразово уходит создателям на развитие сайта. При заполнении первого места во второй линии вы получаете 500 рублей на вывод. Остальные 3 места приносят 1500 рублей. Вы их вывести не можете. Они переходят во вторую матрицу. То есть вы больше ничего не платите. Я советую всем заходить золотым треугольником. Это составляет 1600 рублей. Либо сразу на 7 мест. И у вас тогда закрывается первая матрица. Итак, разберем вторую матрицу. Переход в нее автоматически, то есть не нужно больше платить. Вы накапливаете на вход в первой матрице и переходите после закрытия первой матрицы во вторую. При заполнении первого места во второй линии вы получаете 3 клонов в первую матрицу, как показано на картинке. За второе закрытое место во второй линии вот здесь вот 500 рублей начисляется на выплату вашему куратору. За 3-е и 4-е место второй линии, то есть вот эти, 4000 рублей для перехода в третью матрицу. То есть вы их вывести не можете, они идут как накопительные, и переходим мы в третью матрицу. Соответственно, если вы зашли золотым треугольником, то все это увеличивается в 3 раза. Итак, переходим в третью матрицу. Переход в нее автоматически. И после закрытия второй матрицы. При заполнении первого места во второй линии, то есть как мы называем в юбке, вы получаете 6 клонов в первую матрицу. Клоны это такие же места, дополнительно их покупать не нужно. Все это делается в проекте в автоматическом режиме. За второе закрытое место во второй линии, вот за это, 1000 рублей начисляется на выплату вашему куратору. А за 3-е место второй линии 5000 рублей. 5000 рублей я уже получила, и вы их можете уже отправлять на вывод. После закрытия последнего места второй линии это 7000 рублей для перехода в 4-ю матрицу. В 4-й матрице переход в нее автоматически после закрытия 3-й матрицы. При заполнении первого места во второй линии вот здесь вы получаете уже 12 клонов в 1-ю матрицу. Они летят к вам в 1-ю матрицу, переливами переходят под ваших партнеров, под партнеров партнеров и так далее. То есть получают здесь все, и ждуны, и активные. Но активные, конечно же, получают больше. За 2-е место во второй линии, вот если вы закрываете вот это место,
2000 рублей начисляется на выплату вашему куратору. А за третье место вы уже получаете 10 тысяч рублей вам на баланс для вывода. И матрицу закрываем. После закрытия последнего места второй линии 10 тысяч рублей мы переходим уже в пятую матрицу. В пятой матрице переход автоматически после закрытия четвертой матрицы. При заполнении первого места во второй линии вы уже получаете 16 клонов в первую матрицу. За второе закрытое место во второй линии 2000 рублей начисляется на выплату вашему куратору. А за третье место второй линии 15 тысяч рублей вам на баланс для вывода. После закрытия последнего места второй линии 15 тысяч рублей для перехода в шестую матрицу. Идем в шестую матрицу. Переход автоматический после закрытия пятой матрицы. Как только вы закрыли первое место во второй линии, вы получаете уже 30 клонов в первую матрицу. Это уже солидно. За второе закрытое место во второй линии 5000 рублей идет куратору, а за третье место вы уже на вывод можете вывести 20 тысяч рублей. И после закрытия последнего места 20 тысяч рублей вы переходите в седьмую матрицу. В седьмую матрицу переход автоматически после закрытия шестой матрицы. При заполнении первого места во второй линии вы получаете 30 клонов в первую матрицу. За второе закрытое место во второй линии 5000 рублей начисляется на выплату вашему куратору. А за третье место второй линии 20 тысяч рублей вам на баланс для вывода. И после закрытия последнего места второй линии 40 тысяч рублей для перехода в восьмую матрицу. Восьмая матрица у нас самая крутая. Переход в нее автоматически после закрытия седьмой матрицы. Кстати, вы можете в любой матрице купить места самостоятельно, не ждать, пока у вас все матрицы подряд закроются. При заполнении первого места во второй линии вы получаете 30 клонов в первую матрицу. За второе закрытое место во второй линии 5000 рублей идет куратору. И за третье место вы получаете 100 тысяч рублей. Представляете, 100 вам на баланс для вывода. Ну а если вы зайдете золотым треугольником, сами посчитайте, сколько это будет. После закрытия последнего места второй линии 40 тысяч рублей реинвест. И уже сегодня запускают VIP-матрицы. Посмотрите, какие здесь вкусные условия. Заполнение автоматически слева направо, сверху вниз, как в Global Matrix. Деньги распределяются следующим образом. Сначала клоны в первую матрицу VIP-Matrix, затем клоны в Global Matrix в первую матрицу. Затем выплата, затем переход или реинвест. Это зависит от матрицы. Доступ к VIP-Matrix открывается только для тех, кто заработал свои первые 100 тысяч в 8-й матрице Global Matrix. Возможность покупки мест в первой матрице VIP-Matrix. Идем вслед за кураторами. Если обогнали куратора, то идем к вышестоящему. Реинвест вниз под своих людей, как в 8-й матрице Global Matrix. Смотрите, какие условия в VIP-матрицах. Первая матрица. Вход 50 тысяч рублей. При заполнении матрицы получаем 200 тысяч рублей и переходим с ними во вторую матрицу. Во второй матрице при заполнении матрицы получаем 800 тысяч рублей. 500 тысяч переход в третью матрицу, 200 тысяч наклона в первую матрицу, VIP Matrix, 4 клона. И 100 тысяч наклона в первую матрицу в Global Matrix, 200 клонов. И третья матрица, переход из второй. При заполнении матрицы получаем 2 миллиона рублей. 500 тысяч реинвест в третью матрицу и миллион на вывод. Уже есть такие люди, которые получили миллион рублей на вывод. 300 тысяч наклона в первую матрицу VIP Matrix, 6 клонов. И 200 тысяч наклона в первую матрицу в Global Matrix. Я надеюсь, что вы, вступив в этот проект, очень хорошо поправите свое финансовое положение. Всем пока-пока и исполнение ваших мечт и целей!